Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Сегодня 14 июня. Целый день отличная погода. Светит солнце. Ясное небо. Вот только под вечер немного набежало облаков. И задул ветер. Температура воздуха 24-26 градусов. Там вдалеке, в Сочи. А мы сейчас находимся с вами в Адлере. Санатория Южное Взморье. Там вот какая-то большая очередь была. Вон на набережной люди гуляют. Пляжи битком практически. Сезон начинается. Оставляйте комментарии. Смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!